С инициативой передачи храма выступил настоятель прихода архимандрит Флавиан. Проект постановления был выставлен на голосование и принят депутатами. Как уточнили в департаменте строительства, это плановая процедура. Пока объект строился, он находился на балансе Главного управления строительства Краснодарского края. Теперь же его по плану передают заказчику проекта. В безвозмездное пользование Екатеринодарской и Кубанской епархии переходит сам храм стоимостью 500 000 рублей, а также звонница, аналой, акустические системы и многое другое. Построенный в преддверии Олимпийских игр в Сочи, храм в византийском стиле стал одной из главных достопримечательностей Олимпийского парка. Высота сооружения 43 метра, а площадь более 6000 квадратных метров. Место было выбрано не случайно. Неподалеку нашли основание византийского храма 9 века. Строительство велось с августа 2012 года, а первая служба была совершена накануне открытия Олимпиады.